Построить водопровод, провести дороги, благоустроить улицы и сквер обещают кандидаты на должности акимов Западно-Казахстанской области. Большая часть кандидатов – самовыдвиженцы. В селах работают 79 участков, зарегистрировано 184 наблюдателя. Это вообще гражданская ответственность каждого жителя. Это впервые у нас в Казахстане проходят выборы акимов, поэтому мы должны полностью в этом участвовать. Всему миру пример, что у нас вот такие идут выборы. Мы сами выбираем, какого акима нам нужно, как в дальнейшем с ним работать. Будем стараться с ним советоваться, свой совет давать. Молодые кадры, перспективы – это очень хорошо. Прошла предвыборная агитация, многие кандидаты выступали по телевидению. Все кандидаты своей программы выступали по районных газетах, областных газетах, через сайты. Интернет-ресурсы использовали. Нарушение агитационных периодов, например, не проводился.